Тартын да кухтамдаттын, фэндыма кудэн зурин уаржын, фэндыма, фэндыма, фэндыма. Ирэштон, 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 даванма сарамбон фэнды, фэндыма кудэл жарин, жарин, фэндыма, фэндыма давыл. Фандыма кусах динда фандыр, фандыма кухудиш фанды, фандыма сыканун фандыма, 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 фанды. Добрый вечер. В прямом эфире информационная программа «Сегодня» в студии Ирина Джуева. Коротко о главных событиях 18 сентября. Единый час государственной символики во всей республике. Сегодня во всех образовательных учреждениях республики проходит единый час. Схожий не только в тематическом плане, но и в идейной направленности. Реальный шаг к возрождению экономики Южной Осетии. Состоялась торжественная закладка основания производства «Росдон». На новый уровень информационной политики. Презентация официального информационного портала Республика Южная Осетия. Я на информационный новый наш портал возлагаю серьезные надежды. Рубрика «Республика, рожденная в боях». Сотрудники хлебопекарни не прекращали работу даже на одни сутки. В нашей республике появилось новое информационное средство – портал «Республика Южная Осетия». Новый сайт, по словам создателей и редколлегии, самое высокотехнологичное виртуальное информационное средство в республике, и с его появлением связывают планы выхода на новый уровень информационного обеспечения. Презентация сайта сегодня состоялась с участием руководства республики. На презентацию официального информационного портала «Республика Южная Осетия» были приглашены руководство республики во главе с президентом Леонидом Тибиловым, представители общественности и журналисты. Главный редактор информационного портала Зарина Схавребова поблагодарила президента республики, который содействовал созданию сайта. И внутри страны, и во внешнем мире именно информационщики – это те люди, которые создают имидж страны, через которые мы узнаем о новостях. И поэтому в современном мире роль именно интернета, роль информации, которую мы получаем из интернета, сложно переоценить. Поэтому я благодарна всем, кто приложил руку к созданию этого сайта. Разработчики портала рассказали о преимуществах информационного портала. Сайт рассчитан на аудиторию, которая заинтересована в сопоставлении множества альтернативных точек зрения. Качество информации, публикуемой на сайте Республика Южная Осетия, будет определяться как высоким профессионализмом его журналистов, так и использованием мультимедийных форматов. Сайт предоставляет читателю разнообразный контент, инфографику, видео, фоторепортажи, интернет-голосование. Помимо оперативных новостей, сайт предлагает своей аудитории аналитические материалы, эксклюзивные интервью, экспертные оценки. Глава государства Леонид Тибилов поздравил присутствующих с открытием нового информационного портала и с наступающим праздником – 25-летием Дня Республики. И отметил, что открытие информационного портала – знаковое событие в политической и общественной жизни Южной Осетии. Думаю, что наряду с другими
сайтами, другими возможностями. Данный информационный портал будет работать, как тут уже было сказано, на республику, если вот так сказать, на народ, на руководство, потому что у нас есть одна стратегическая цель, и эту стратегическую цель мы должны все вместе видеть, и эту конечную цель в плане развития и укрепления нашей республики, она должна быть всем известна. Это очень важный момент, и, конечно, мы все здесь практически все руководство республики, и этого принципа мы должны придерживаться. Я на информационный новый наш портал возлагаю серьезные надежды. Председатель Госкомитета информации и печати Вячеслав Губозов отметил, что информационный портал имеет серьезные шансы занять значимое место в информационном пространстве. Я хочу особенно отметить, что на сегодняшнем нашем мероприятии присутствует президент республики, председатель парламента, председатель правительства. Это очень отрадно, потому что говорит в первую очередь о том, какое огромное внимание руководство республики уделяет информационной нашей сфере. Это очень важно для нас и является очень серьезным залогом того, что те идеи, которые мы хотим реализовать, они будут реализованы. Я уверен, что информационный портал, презентацию которого мы сегодня проводим, имеет все шансы стать не только вот каким-то вот просто рекламно-презентационным, а гораздо более серьезным порталом, аналитическим, публицистическим, который будет представлять Республику Южная Осетия. По мнению председателя парламента Анатолия Бибилова, Южной Осетии необходимо выходить на новый уровень информационного обеспечения. Без сомнения, задачи, которые перед собой поставили модераторы этого сайта, можем только радоваться. Это имидж, конечно же, Республики Южной Осетии. Причем мы все понимаем, что те трагические события, которые происходили в нашей республике, это... Конечно же, нельзя, невозможно забыть, но уже переходить на позитив, уже переходить на другой уровень развития, в том числе информационного развития, нам абсолютно необходимо. Председатель правительства Домети Кулумбеков в своем выступлении отметил, что руководство Южной Осетии сделает все возможное, чтобы у СМИ республики и нового информационного портала был повод освещать позитивные изменения в нашей республике. Стараться в правительстве, исполнительной власти, в структурах, от которых зависит реализация тех программ, которые реализуются сегодня в республике, чтобы мы больше положительных информации давали, больше имели поводов рассказывать о свершениях, о делах, которые продвигают нашу республику вперед, которые создают условия для благополучия, для комфортной жизни населения нашей республики. Безусловно, мы все это делаем. А вы знаете, что сегодня в республике реализуются достаточно масштабные инвестиционные проекты. Я думаю, что мы станем свидетелями и последующих проектов. Информационный портал «Республика Южная Осетия» будет представлять нашу республику в мировом информационном пространстве, посредством которого мировое сообщество сможет получать объективную информацию о происходящих в Южной Осетии событиях. Зарина Кочева, Александр Кочев, Тамерлан Кусраев. Информационный выпуск сегодня.